Hallo Leute, ich heiße Nastja. Ich will heute mit Ihnen über den Unterschied zwischen zwei Wörtern Wissen und Kennen sprechen. Wissen и Kennen переводится на русский язык как знать, но в немецком языке они употребляются в разных случаях. И эта разница в употреблении заключается в том, что глагол Kennen имеет оттенок быть лично с чем-то знакомым, знать из личного опыта. К примеру, я знаю его, я с ним знаком. Ich kenne ihn. Если же вы скажете, к примеру, Ich kenne diese Firma, это означает, что вы знакомы с этой фирмой лично. Вы там бывали, возможно, даже работали. Если же у вас спросят Wissen Sie etwas über diese Firma, это означает, что вас спрашивают, владеете ли вы какой-то информацией об этой фирме, что вы о ней слышали. То есть вы не знаете понаслышке. Очень хороший пример, который показывает вот эту разницу между Wissen и Kennen, это фраза «Я знаю дорогу». Если немец скажет вам «Ich weiß den Weg», это означает, что да, дорогу он знает, но он посмотрел ее на карте или проделал маршрут в интернете. Если же он скажет «Ich kenne den Weg», это означает, что он там лично бывал и может с уверенностью и точностью указать вам правильный путь. Здесь также зависит от того, что именно вы хотите сказать. То есть, по сути, разница между «Ich weiß den Weg» и «Ich kenne den Weg» никакой, потому что я знаю дорогу, пусть это по карте или лично, но правильный маршрут показать я могу. Если же вы хотите дать человеку уверенность, вот это вот уточнение, что вы там уже бывали и точно скажете, где нужно поворачивать, тогда «Ich kenne den Weg». Такие фразы, как «я знаю эту песню», «я знаю эту книгу», «я знаю этот фильм», мы также употребляем с canon, потому что вы знаете об этих вещах из личного опыта. Ich kenne dieses Buch. Я знаю эту книгу, потому что я ее сам читал. Ich kenne diesen Film, потому что я сам смотрел этот фильм. Если же вы имеете в виду то, что вы слышали об этой книге, то есть вы ее не читали, но вы о ней знаете, вам о ней рассказывал друг, то также дословно и можно сказать: я слышала об этой книге. Ich habe über dieses Buch gehört. Это будет означать, что о книге вы знаете, но сами вы ее не читали. Также стандартные фразы «я знаю», «я не знаю» мы употребляем с Wissen всегда. Ich weiß, я знаю. Ich weiß nicht, я не знаю. И фраза «я знаю разницу между тем или иным» всегда будет kennen. К примеру, сейчас вы можете сказать Ich kenne den Unterschied zwischen Wissen und kennen. То есть с разницей всегда, всегда мы говорим kennen. Вот, это были основные моменты и основная разница между Wissen и Canon. Спасибо за внимание, за просмотр этого видео. Всего вам хорошего. До новых встреч и занятий. Tschüss!